сидим мы такие, в общем, заказали пиццу в сельце. Ну, церквенница, сельце под церквенницу, да, подходит, ну, идут, типа. Ну, типа, известные тягушты, хотя была, в общем-то, ну, я бы не сказала, что прям такое обалденно было, классно. Ну, это, знаете, на вкус, на цвет. Короче, заказали большую пиццу. Знаете, есть мини-пицца там, типа, большая, там, не знаю, и джамбо, естественно. Чё-то на нашу толпу привезли какую-то маленькую, нам пришлось еще докупить у соседа. Просто хотела вам показать цены. Это, короче, типа, ну, на палочке мясо, как это называется-то, мясо жареное на палочке. А плесковицы, это как котлета. Чевапы, ну, чевапчичи, понятно, вы знаете, скорее всего. Это внутри в лепехе, наполненное. Так, мясо, микс мяса. В общем, это, получается, чуть меньше от 10 евро, это чуть больше 10 евро. Ага, мясо кусок 60 куна, опять мясо, шницел, короче, 10 евро. Так, ну тут что-то не пишет, как бы, величина порции, конечно, поэтому можно очень хорошо обломиться. Мне кажется, все-таки проще пойти, ну, если хочешь пойти, конечно, и можешь, можно и в эту пиццерию, а можно в ресторан лучше сходить, потому что за те же деньги, в общем-то, ты хотя бы видишь, что тебе там это... Спагетти, тут 4 вида, да, с морскими всякими прибамбасами, чуть меньше от 10 евро. Туна козицы, лазаньи, рыба со всякими добавками. Ну, пополины эти маленькие, мелкие. Это эти наши, как это, господи, кальмары, жареные на жару. Опять что-то там рыба. На 2 персоны, вот, цена 290. Ну, вы, в общем, евро 7,30. Не знаю, сегодня вот как раз были в менячнице, что-то я не спросила, сколько. Я в банке, в принципе, там могу поменять, там чуть получше для этого, для нас, так сказать, течет. Кстати, евро будет через сколько? Через года полтора, наверное, нам введут. Сейчас есть такая тема, какой вы хотите знак на этом... На евро, чтобы поставили герб, нашу куну и еще несколько. Я хочу по этому поводу потом рассказать еще, почему вообще куна, что значит куна в Хорватии, почему герб, ну, эти шаховницы, как говорится, шахматная, это красная или золотая вот эта доска. Вот, ну и разные такие прибамбасы, но это потом как бы, это отвлеченная тема, не о еде. Так, в общем, салаты, видите, да, с тунцом, с курицей. А, нет, индейка курича. Шопская, это вот такая вот мешанная, там, типа гырчика, греческого салата. Но там еще добавки чуть-чуть другие, но, в принципе, один фиг. Шоколад, мармелад. Это блинчики. Орехи сверху. Вот это не пойму. Что гушты? Гушты это вообще как бы не название продукта. Так, это типа специальное их предложение. Для двух человек там что-то всего накидано. Остатки. Все, что осталось в кухне, чтобы не испортилось. А это вот, кстати, мини-макси. Ну, мы взяли типа макси. Вот, понимаете, в самый прикол. А, да, была маргарита, потому что дочка вообще никакие добавки не любит. И вот нам пришла обычно маленькая. Если мини, я не представляю, что там. Одну дольку отрезают и привозят замотанную. Ну и вот. Приблизительно. Ну, мне кажется, в этом, как он называется, вот я смотрела, в церквенице ходила, что-то было, а, вот и прям джамбо, оно обозначено по цене другое, видите, значит, оно вообще идет как бы внизу отдельно. Вообще вопрос, делают ли все, ну, наверное, делают. А, в общем, все цены в кунах. Ну, вот, кому интересно, вот такие вот цены. Бистро. Мы были там, я помню, вот мама, когда ко мне приезжала, несколько лет назад. Вот номер, кстати, телефона. Мама приезжала, и мы были там. До этого мы что-то ходили, там искали, искали. Другую пиццерию новую открыли, но не помню. По-моему, да, мы пошли в одну, тоже до этого были. Ну так, знаете, надо еще и найти место свое, так сказать, тебе действительно нравится. Все, пацаны ходят, это просеивают песок аккуратненько. Это, кстати... И сами дети вот этого от хозяина работают также.
А второй мужик со второго пляжа только что прошел, весь такой в коме, глаза в кучу, но он принимает таблетки, лекарства для успокоения, но и алкоголь с этим пьет, так у него вообще на крышу срывает.